Всем доброго здоровечка. Вчера по СП мне пришла обувь, я ее забрал из города Ровно, убив два зайца, съездил велосипедом 25 километров накатал, немножко как бы кардио тренировку сделал и забрал обувь. Обувь мне понравилась, забегая наперед, поэтому решил даже снять видео. Еще хочу сказать, что мне никто за это не платит деньги, это не какая-то реклама, просто я делаю благодарственный отзыв людям, которые делают более-менее качественные продукты. В данном случае качественный продукт – обувь. Итак, это фирма Bastion, судя по сайту производителя, это харьковская фирма. Как ни странно, отечественная, как ни странно, нормальный выпустила продукт. Фирма называется Bastion. Коробочка классная, во-первых, жесткий картон, здоровый такой минимализм, черно-картонный цвет. Девушка, которая организовывала из СП, у которой я как бы купил обувь, принесла коробку, вот так вот открыла. Я так посмотрел, что то, что было на картинке, и то, что она мне показала, в принципе, как бы одно в одно. Кстати, я буду сразу говорить о плюсах и о минусах. Минус в том, что обычно такая обувь в коробке, фирменная, скажем так, она еще перекладывается каким-то листом бумаги. Ну, я не говорю уже о материи, когда какая-то дорогая обувь. Этой бумаги не было. Ну, возможно, ее извлекла эта девушка, которая организовывала СП. Ну, как бы это не критично. Это такой минус. Вообще, даже за минус можно не считать. Далее, по обуви. Обувь мне очень понравилась. Во-первых, ее внешний вид практически был аналогичен той обуви, которая была изображена на картинке. То есть это хорошо. Все без дефектов практически. Ну, как там, есть помарочки небольшие, но в принципе как бы все элегантно сделано. Классно, никаких потеков, оторвавшихся подошвы, как это любят наши производители, ничего нету. Здесь вот такой вот на язычке замшевая еще такой, такая накладка пришита. Правда, как-то так по-халтурному сделаны золотом какие-то надписи. Здесь даже нельзя ее распознать. Хотя это будет шнурками закрываться, как бы не проблема. Тиснение, логотип фирмы, все как бы качественно, швы отличные. Все нормально пришито, отшито. Мне очень нравится. Подошва особенно меня порадовала. Вот, это, вот этот элемент такой оттеняет, скажем так, баклажанно-темный цвет. Вот этот радостный, такие, как бы, каемочка на подошве. Мне очень нравится. Все очень нравится. Обувь еще раз скажу, очень легкая. Ну как очень? Легкая обувь, потому что наши производители, по крайней мере, несколько лет тому назад грешили тем, что обувь очень тяжелая. Наверное, это за счет подошвы. Здесь очень все хорошо. Внутри кожа такая рыжего цвета. Опять же, все так контрастно смотрится. Очень хорошо. Одним словом, все нравится. Все замечательно. Нареканий нету. Одну я даже, чтобы вам было видно, одну зашнуровал, другую не шнуровал. Вот такие вот шнурочки. Ну, одним словом, все, я просто поражен. Внутри вот эта вот штука, которая не дает опускаться носку. Все, ну вот она. Замечательно. Я даже подумаю о том, чтобы сделать себе такие деревянные специальные колодочки для обуви, чтобы внутрь вставлять, но это как бы так, на перспективу. Что скажу? Bastion молодцы. Я вот даже на радостях зашел опять на их сайт посмотреть, что у них там есть. Есть, конечно, модели такие откровенно совкового характера, которые покупать я не стану. Но есть даже такие вот зимние спортивные ботиночки, которые я даже подумаю купить. Конечно же, многие спросят цена вопроса. Цена вопроса СП. Цена производителя оптовая плюс СП наценка, по-моему, 15 или 20%. Итого мне ботинки эти обошлись в 365 гривен. Я, похожие уже даже видел на рынке. Они стоят, по-моему, что-то там в районе 480-500 гривен.
То есть я так понимаю, что на рынке плюс к моей цене СП добавляют еще как минимум 50%, а в магазине добавляют еще как минимум 100%. И в конечном результате получается цена вопроса. Вот, собственно, вот так выглядят мои ботинки. Это не ботинки, это туфли. Это туфли осенние. Естественно, я сейчас попробую... Не попробую, а их обую, и вы увидите, как они смотрятся на моей ноге.